Шардаринский район не первый год демонстрирует успешный опыт ведения рыбного хозяйства. Этот бизнес стал для многих семейных. А в колледже номер 16 города Шардара теперь есть даже занятия по рыбоводству. Я попытался донести до Министерства образования то, чтобы этой профессии обучали именно у нас. В стране ни в одном колледже этому не учат. За два года у нас уже более 50 выпускников. И все они трудоустроены. Самое главное, возраст студентов не имеет значения. Вы понимаете, сколько мы готовим работников? Изучение на парах студенты применяют на практике. На предприятии СПК «Хамид» ребята оттачивают мастерство по дуальной системе образования. Каждый студент получает зарплату от 20 до 50 тысяч тенге. Я прохожу здесь практику. Мы учим не только переработку рыбы, но и теперь внедрена система обучения по ее выращиванию. Я понял одно. В теории ты познаешь лишь 40%, а на практике ты видишь, как все это происходит. Ну и приятно, что за это ты получаешь зарплату. Рыбному бизнесу обучает преподаватель из Украины Ирина Маковицкая. Во время практических занятий она проводит работу над ошибками. Что положительно в данном обучении, эти ребята практически могут, скажем так, это все дело освоить и впоследствии, скажем так, посмотреть результаты от тех методик или от тех, скажем так, стандартов, которые уже внедрены в Америке, и в Европе и в Израиле. СПК «Хамид» гордится своими воспитанниками. Лучших студентов они возьмут к себе на работу. Впереди у предприятия большие планы. Уже сейчас СПК экспортирует свою продукцию в Германию, Россию и Узбекистан. Дальше расширение территории, сотрудничество и привлечение высококлассных специалистов из стран СНГ, в том числе для обучения выпускников колледжа. Шудин Саидов, Марат Давлетов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Отрар».